Хуба. Привет, с вами доктор Влад. Ну, тут новый прорицатель появился, Юрий Лоза. Мне так нравилось, как он поет, хотя он тоже пошляк и циник, но тем не менее у него тексты были нормальные, свои. И вот он сейчас часто выступает, что-то какие-то комментарии комментирует. Вот, и сейчас вот он, значит, кусочек, да, нет китайских полутора миллиардов и нет 140 миллионов в России. Вот он утверждает, что намеренно завышают количество, ну, чтобы сильнее быть, да. Вот, и, ну, вообще говорят. Насчет Китая я не знаю, он вообще утверждает, что 850 миллионов. Вот, а в России тут вообще говорят, что хорошо, если 80 миллионов наберется, ну, не знаю. В общем, я помню в сталинские времена, ну, то есть я не помню сталинские времена, я помню, что в сталинские времена переписи населения показывали лично Сталину, и, в общем, если плохо покажут, то их просто расстреливали, и все. Ну, вот так вот. Сейчас, может быть, тоже действительно. Зачем это надо? Ну, чтобы побольше делать план какой-то, там, больше продуктов, там, и так далее, чтобы потом разворовать можно было. Понятно, да? Так, это Юрий Лоза. Теперь вот интересно, все время на эхе Москвы, значит, цитируют стихи Васи Обломова и Сергея Шнурова. Ужасно. Оба пошляки, оба, ну, в общем-то, ну, поэтами их можно назвать, конечно, но я знал одного поэта в психиатрической больнице. Он писал стихи только про свой, значит, про свое половое хозяйство. Ну, типа такого, когда я с жирной бабой лягу, устрою ей тройную тягу. Что-то в этом роде. Вот. И вот он эти стихи писал целый день. Ну, в общем, ну, стихами можно назвать или нет, судите сами. Но то же самое вот Вася Обломов, своя калия. Калия – это в том плане, что в селе Чигири в каком-то, да, образовалась фекальная горка, из которой катятся дети. Это из-за переполнения, значит, вот канализации. Фу, ну вот он стихи пишет на эту тему. А Сергей Шнуров пишет стихи «Отрыжка пивника» или «Пивника», не знаю, про Милонова. Ну, в общем, какая-то гадость, а. Не знаю. Ладно. Горный опять вылез. Они свалят, а мы останемся. Ну, это он опять про то, что там эти накупили себе гражданство, да, там вот всякие депутаты. А вот он говорит, что в магазинах все китайское абсолютно. И что своих производств, что ли, нету. Ну, задушили свое производство. Ну, это как бы ясно. А в Америке тоже полно китайского. Но только знаете, что я вот тут раздобыл на гараж сейле хорошие сверла американские, да, я их берегу прям как зеницу ока. Они все сверлят. Вот. Ну, а на гараж сейле же они дешево продаются. Вот такие дела. Да, Китай все заполонил. Вот насчет тоннеля в московском районе Тушин. Помните, я вам говорил, затопил. Оказывается, там знаете что, там что-то провалился грунт в шлюзе. Номер 8, канал имени Москвы. О, как. Ну, ребят, канал имени Москвы когда строили? Вспомните. Конечно, там все будет проваливаться. Статья интересная. Оскорбите Путина выборами. Серпом по. Ну, это про то, что вот новые репрессии, да, суют раздраженным гражданам закон об оскорблении начальства в интернете. О, как. Путин и тут передернул. В других странах тоже такое есть. Надо с уважением относиться к своей стране. Приравнял себя и своих подчиненных к стране. В других, в каких? В Венесуэле, в Северной Корее. В других странах не сидят у власти по 20 лет. Ну, правильно все. А, что тут говорить? Роспотребнадзор, во, интересная идея. Предлагает запретить приносить в школу и детские сады еду из дома. О как! Значит, и ну, смогут дети только питаться только в столовых. И там тоже ужесточат требования. Петрушку и огурцы поваров обяжут вымачивать в уксусе, а очищенный картофель полоскать под струей воды не менее 5 минут. Сосиски необходимо варить не менее 5 минут, яйца 10 минут. А кто это будет контролировать, хотел бы знать. Толщина омлетов и запеканок должна быть не больше 4 сантиметров, чтобы творог и яйца хорошо пропеклись. Ну, это можно, конечно, изобретать-то. А, с чего началось? В начале декабря школьники в Туве отравились облепиховым соком, которым
который детям дала с собой одна из мам. Ну вот из-за этого, ну надо. Может, школьников запретить, некому травиться будет. Ксения Собчак появилась в новой фотографии. Кажется, Клишес живет в какой-то другой стране. Ну, там сенатор, который предлагает там с интернетом что-то сделать. И вот он говорит, она говорит, что технически невозможно отключить российский интернет от мирового. Можно сделать только свой, вот чебурнет. Ну, так и сделают, а что? Какой разговор? А оказывается, этот Клишес тоже предлагает наказывать за неуважительное высказывание о государственных органах. Вот что. Вот что. Один и тот же Клишес. Ну, какой молодец. Помните, у него там 50 часов, что ли, было? Снег и пробки заставили мэра Саратова пересесть на автобус. Да, в Саратове что-то такое ужасное творится. Еще вдобавок мусор не убирают. Ну и, в общем, да, сосульки висят. Саратов, алло, как вы там? Алексей Венедиктов, огромная статья. Такое трепло. Болтает, болтает, болтает. Ну, кое-что можно вытащить. И я что-то вытащил, но уже потерял. Вот, смысл в чем? Тут Невзоров куда-то пропал. Ну, вот я только сказал, и он пропал. А, он про Курила говорит, что зачем вообще Путину нужны Курила, чтобы поставить точку в окончании Второй мировой войны. Вот что ему нужно, понимаете, себя в историю. Он все мыслит себя в историю записать. Вот в чем дело. Ну, вот такой Путин у вас там. Ну, вот бла-бла-бла, острова, острова. Вот он говорит, а что, говорит, отдали 337 квадратных километров, остров Даманский, да, включая. Не, ничего, отдали, и здесь тоже сидят. Какой разговор, сидят, еще как сидят. Опять Невзоров, что-то он все время Невзорова упоминает. Это не к добру. Вот. Трамп, он напоминает, артист, не напоминает, он вспоминает его и называет артистом клоунского жанра. Ну, вот это хорошо, да. А, насчет вот этой стены, на которую Трамп-то полез, да? Великая мексиканская стена. В бюджете было заложено 1 300 000 000, а он просит 5,7. Смысл в том, что вот в бюджете заложено вовсе даже не на стенку. Вот, а это дроны, обучение пограничников, выплаты им ночных. Вот вы меня спрашивали, как можно решить этот вопрос. Вот как. Вот как. Побольше туда пограничников, дроны запустить, понимаете? Вот как это можно решить. А так они пролезут. Что им эта стена? Ну, через стену перелезть можно. Как-нибудь веревочку там. Или перепрыгнуть через батут. Рогозина нужно спросить, как прыгать через стенку. Ну, в общем, тут много, много всего. Бла-бла-бла-бла-бла. Опять Невзоров. Да что ж такое Невзоров? Все время Невзоров вспоминает. Ну, вот он тут тоже пытается что-то говорить про Магнитогорск, но, по-моему, тоже никуда, как говорится. Ну, и фиг с ним, ладно. Закрываем Венедиктова. Роковой удар по электорату власти. Валерий Соловей. Вот интересно, да. Ну, тоже насчет Курильских вот этих островов. Возможно, передача двух Курильских островов Японии станет роковым ударом по электорату власти. При этом никаких протестов не будет, правильно? Валерий Соловей молодец. Не будет протестов. А сейчас вообще не будет протестов. Всех посадят и все. Семьям, усыновившим ребенка, могут запретить переезжать без уведомления органов опеки. Или опеки, опеки, да. Новый законопроект. Вот строчат, строчат. Одних курьеров 1000 штук. Все строчат. И все толку нет. Александр Лукашенко поручил правительству Беларуси поработать вопрос о поставках нефти через прибалтийские порты. Вот я не понял, поставках куда? То ли он хочет отказаться от вообще от Путина, да, и брать оттуда нефть через, значит, Америка, Прибалтика, Беларусь. Или наоборот, собирается в Прибалтику возить нефть. Черт, не поймешь, как-то вот так вот, да? Ну, в общем, что-то он хочет. И последняя новость очень хорошая. Саша Сотник объявился наконец. Вот. Но он не своим голосом читал новости последние, вот, которые были 18 часов назад. Я посмотрел. Да там как-то слабенько. Ну ладно, всего хорошего. Доктор Влад с вами по-прежнему. Пока.